Всем привет, мои хорошие! Сегодня у нас такая большая продуктовая закупка, 4 пакета. Начну я вот с рыбного, чтобы быстренько убрать в морозилку. Так, мы с вами смотрим. Здесь у нас кальмары. Потом сейчас я выложу все на пол, потом буду это все протирать. Кальмары. Дальше у нас идет горбуша и скумбрия рубленная. Первый раз такой покупаем, поэтому я смотрю состав. Тоже всякая химоза, конечно, добавлена. Кальмаров 2 килограмма, уже сказала. Здесь ассорти, пресерва, скумбрия и горбуша. И дальше у нас икра сельди. Так, просила бы без дымка, но муж купил с дымком. Так, дальше там у нас стейки. Так, стейки это у нас чего? Сейчас я по чеку посмотрю. Стейк у нас форели. Стейк форели. И ну, там вот уже выкладывается какой-то стейк форели. И филе ментая. Так, вот у нас этот чек на эту покупочку. 2 281 рубль. Вот тут посмотрите, кому интересно, что купили. Все, сейчас я быстренько все это уберу в морозилку и продолжу вам снимать те 3 пакета еще с ленты. Так, ну все, с рыбой я разобралась. Начинаем закупок в ленте. Туалетная бумага. И пошли пакеты. Так, хлеб вот такая вот. Чиабатта, я так понимаю. А, нет, просто хлеб. На паре. Дальше поехали. Оливки. Да, оливки. Хлеб вот такой. Вот да. Еще интересненький да. У нас. Дарницкий. Да. А, да. Гречка. Да, да. Оливки. Да, еще. У меня сегодня видео будет с суфлером. Ой, для унитаза. Да, освежитель. Да, да. Бананы. Да. Так, сыр альметте сливочный. Так, вот эти вот фишечки в пакетиках на браслет. Такие штучки сейчас отдам малышу и буду да, дальше снимать. Так, дальше у меня миндальное молочко. Мне вот оно понравилось по составу. Там нет в составе сахара, что очень хорошо. Семечки наши любимые, Мартин. Дальше у нас сыр Ламбер. И много вопросов, почему я раскладываю это на пол. Потому что я это потом все... еще мою. Прежде чем отправить куда-то на полки, на стол, в холодильник, я сначала это все мою, а потом уже распределяю по кухне, так сказать. Так, здесь у нас в пакете осталось 2 пакета молока, филе грудки индейки. Так, филе грудки курицы и ножки куриные. Так, этот пакет у нас все. Остатки я убираю в сторону. И поехали дальше. Так. Дальше у нас ризык. Всегда его берем. Лаваш ризык. Сыр Маздам лента. Вот здесь уже 400 грамм. Чувствую по весу. Так. Печенье. Шоколадом овсяное. Вообще вкусное вот это печенье. Печенье, видите, вот овсяное. Но мы всегда брали простое. Это с шоколадом. Супруг взял. Ну, вкусненько. Ну и по составу ничего. Сметана 15%. Всегда ее берем. Сок добрый томатный. А, сухарики ржаные.
Наверное, супруг себе взял. Так, ну вот, здесь не только продукты. Дезодорант для обуви. Салфетки. Салфетки всегда нужны. Так, вот такие вот печеньки соленые. Детки иногда тоже грызут. Так, твикс, смотрите, какой интересный твикс. Соленая карамель. Первый раз такой вообще вижу. Но мы не увлекаемся такими шоколадками. Поэтому... А, ну вот это, наверное, к сухарикам. Или сухарики к нему. Супруг себе взял. Так, это для бездомной вот кошечки, которая у нас бегает возле дома. Подкармливаем ее периодически. Соломка. Два масла. Масло больше всего любим вот это. Соломка вот такая. Что-то все в соломке. В списке этого не было. Это уже супруг сам накупает. Так. Влажная туалетная бумага. Вот, убираем ее туда. Макароны. Геркулес. Геркулес, 10 минут варки. Главное, чтобы не быстрая варка совсем была. Знаете, есть такие. Еще один твикс. Азерчай с чабрецом. Вы знаете, говоря, с чабрецом очень полезный чай, но я вообще его почему-то не переношу в чай. Не знаю. Вообще азерчай хороший чай. Нам он очень нравится. Но вот с чабрецом я лично просто не люблю. Так что это на любителя. Еще одни сухарики. Так, плавленый сыр. Ну, это грибной, это для супчика. Так, жевательная резинка. Так, еще один пакет мы с вами освободили. Остался третий. Так, или четвертый. Ну, неважно, вот такой вот азерчай. Пакетированный. Это супруг на работу, наверное, взял мини-круассаны с сливочным кремом Яшкина. Шампиньончики. Я делаю в сметане, очень люблю шампиньоны. Так, две упаковочки. Дальше. Еще хлеб. Супруг, наверное, был очень голодный, когда ехал за покупками. Что у нас здесь еще есть? А, и яйцо. Яйцо 15 штук. Все началось с яйца. И, собственно, вот вся наша покупка. Сейчас смотрим наш чек. А, чек такой достаточно длинный. Начинаем. Все ли я тут вам показала? Кому интересно, сравнивайте. Цены в ваших городах. Если кому-то интересно. Самой интересны такие видео, поэтому я тоже их снимаю. Так, остановились здесь. Дальше там у меня уже кричат мои домочадцы. Так. И вот наша цена. Цена наша вышла 4509 рублей. В общем, сегодняшняя у нас покупка вышла на 7000 рублей. Да. 7000 рублей, но это вместе с тем пакетом с рыбой, который я уже разобрала. Вот такая вот у нас покупочка. Глобальная, так сказать. Ну, что-то у нас еще есть, что-то уже закупились. Поэтому обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.